Американский конгресс проиграл схватку с диким капитализмом. Депутаты Палаты представителей вызвали на слушание одиозного бизнесмена Мартина Шкрелли. Владелец фармацевтической компании получил скандальную славу после того, как за ночь поднял цену на жизненно важное лекарство для больных СПИДом в 57 раз. С 13 до 750 долларов. С трибуны конгрессмены выступали с обличительными речами и призывали одуматься. Бизнесмен же откровенно над ними потешался. Что вы можете сказать одинокой беременной женщине, у которой обнаружен СПИД, но нет денег на лекарства? Что ей делать? По совету своего адвоката я прибегаю к праву, данному мне пятой поправкой, не свидетельствовать против себя, и со всем уважением отказываюсь отвечать на этот вопрос. Ничего смешного, мистер Шкрелли. Люди умирают, больным все хуже и хуже. Вам не кажется, что вы поступили плохо? По совету своего адвоката я прибегаю к праву, данному мне пятой поправкой, не свидетельствовать против себя. И со всем уважением отказываюсь отвечать на этот вопрос. Выйдя из зала заседаний, Шкрелли тут же поделился впечатлениями в соцсетях, назвав конгрессменов идиотами.